I'm alive. А это вот это. Ну и этот тот же ботом. Они это... одинаковые, просто этот яркий. Всем привет. Снимай, как с утра заказал блины. Камила снимает. Расскажи на камеру про свою Finger Family. Смотри, вон там видно. Я твой любимый. Блинчикула, это мой блинчик. Ну хорошо. Тебе маслицем смазать? Нет. А будет вкусно? И, пожалуйста, налей его с ножичком. Мимо там хочу. Мама, ты оставайся для меня. Ну, конечно. Ты же мой любимый сынок. Да. Всем привет. Я буду кушать блинчик. Клим вот так хотел, с утра попросил, да? Да. Мой зай. Мам, сладко вкусный. Вот так надо его посушить, остудить, чтобы он был самым вкусным на свете. Все. Кусай. Вот твоя тарелочка. Садись и кушай. Давай рукава закатим. Ой, там пилотик остался на кроватке. Сними его с кроватки, пожалуйста. Молодец. И пойдем кушать, пока блинчик не остыл. Папа, приезжай скорее. Сыночка, ну я бы с удовольствием. Но, к сожалению, на работе, сами. Ох уж это работа, да? Папа, хочешь заработать? Приезжай. Будем играть, да, в поезд? Да. Будем играть в поезд. Мой зайка. Да. Блины у нас не успевают скопиться. Мы их тут же съедаем с Климаськой. Вы что тут вытворяете? На холодильнике айпад. Ой. На холодильнике. Никаких айпадов. Ты к нам надолго? Я няшкаться с ним хочу. Блинчики покушаешь? Пойдем няшкаться. Не, блинчики не хочу, спасибо. Айпад. Никаких айпадов, никаких айпадов. А ты его поднял, он видел айпад, ну, да? Ну да. Он уже тысячу лет его не видел айпад. Сына, нет, айпад нужен только для самолета. Когда в самолете полетим? Полетим в самолете? Да. Ты чё? Не, на стол его не надо. Просто поноси его так, как будто это твоя лялечка. Он самый хороший песик на свете, да? И самый добрый. А давай я его на... Куда? На... Пояс. О, вот бутылка капуста. Он брык делает на тебя? Ай-яй-яй, ну-ну-ну. Брык нельзя делать. Смотри, он какает. Ну не надо так говорить. Это погода, он на нас много. Ну это... Это фаланга краба. Ага, ничего себе. Краб какой есть. Большой, да, такой? А мы купили что? Большую? Большую рыбу. Да, здорово. Да? На день рождения. А у кого день рождения? У тебя день рождения. Тимы хорошие. А что с ними случилось? Они плывут. Поехали. Они... Шапку надевать? Они... А сбрось их люди... Их люди посадили в аквариум. Да, а тут люди их убили всех. Всем привет. Сегодня самый сумасшедший влог. Ну, в общем, самый неполноценный, я бы сказала. Я, в общем, пыталась весь день найти шапки. Вот...
Все, все сумки перевернула. Кстати, мы завтра едем на лыжах. Это я все равно убирать не буду. Не нашла шапки. Все вещи это наши лыжные. Еще и в спальне то же самое творится. На кухне. В общем, я все так оставила и ушла. Не буду подробно показывать, потому что страшно. Еще хочется проветрить, знаете, а на улице очень холодно. И не знаю, как в Астане люди проветривают помещение. Сразу же, несмотря на батареи теплые, даже горячие, становится холодно очень в комнате. Хоть в пуфайках ходи. Я не могу уйти, оставить окно открытое, потому что собаки эти замерзнут, мои няшки. Пика, он же сразу же замерзнет, да? Ты же замерзнешь у меня. Ты же мой котеночек. Ты же мой котеночек. Ну, я тебя люблю. И тебя люблю. Всех люблю. Всех, всех своих собак я обожаю. Я сделала брови. В общем, целый день я потратила на это. Я купила себе шапку и сделала брови. Все. У нас в Алмате, знаете, чтобы куда-то поехать, если бы я еще маникюр ездила куда-то делать, это вообще сутки бы потратила. Потому что это очень-очень долго. Я не знаю, как в Москве люди куда-то ездят, брови делают, ресницы себе наращивают. Как? Если даже в Алмате я на это трачу полдня. Жалко прям. Вот. Ногти я сама всегда крашу. Еще если бы я на маникюр ходила, у меня ужасно плачевная ситуация на ногтях. Сегодня вечером сделаю, если успею. Вот, брови у меня не всегда такие будут широкие. Это просто краска еще не отмылась. Я один раз искупаюсь, и все пройдет. Вот такой красивый, а? Ты че так задрав свою головку, сладко? Прикольно. В общем, я сейчас буду развешивать белье. Включу робот-пылесос. По-быстрому уберусь перед Саниным приходом. Потому что он мне будет отчитывать, что ты делала весь день, почему все валяется. Он тоже не любит, когда все валяется. Я это ненавижу. Чуть не забыла вам показать свои шапки, которые я купила. Как я вам могу не показать? Вы же мои котята. Где мои шапки? У меня, главное, где-то есть шапки. Они дома. Но я не могу их найти. Это одна моя шапка. Как вам? Я купила все шапки в Accessories. Accessories. Не знаю, как правильно назвать. Там, кстати, выбор очень большой. Ну, дорогие, честно. Несмотря на то, что там скидки, все равно дорого. Я все-таки думала, что Accessories более бюджетный вариант. Ну, для кого-то, может быть, 9000 тенге это и бюджетно. Но для меня нет. Вот. Я цену не называла. Так, ну все. А еще я купила себе, не знаю, показывать вам нет. То, за что меня Саня опять убьет. Потому что у меня очень-очень много шляп. Я не всегда их ношу, но надежда умирает последней. Я все-таки надеюсь, что я их буду носить. Это моя любимая форма. Я из летней такой формы не вылазила. И эту носить буду, я уверена. Я посмотрю на себя. Ой, мне нравится. Клевая же. Я обожаю эту песню в последнее время. Ты не такой. Ты не такой. У меня же скоро день рождения, поэтому я себе позволяю немного потранжирить денег. Нет, с бумажкой-то ты не ешь, чтобы ты не спал. Не уснул в машине, ты будешь кушать чупа-чупс. Давай, выезжаем потихоньку. Это мы уже закупаемся на день рождения. Огурцов, капустечка, соленье, варенье, помело. Грибочки буду делать. У нас на кухне полный раскардаш. Мы приехали с магазина, да? Клинка спит. Полный. Вкусняшки. Закрываски. Бардак. Ну, по чеку посмотри. Мы ее забрали, нет?
чек где? Я так понимаю, с имбирем взяла. С чем? Угу. С имбирем. Я, кстати, тут пью чай с имбирем. Ты фанат имбиря? Самый мерзкий. Он вроде как иммунитет повышает. Но я сомневаюсь, что там есть имбирь. Вот здесь он есть. И это отвратительно. Это ж суши можно поесть, и все, и там есть имбирь. Ну, он какой-то там маринованный. А-а-а. А здесь натурпродукт. Нет, он там угорает. Не, зачем это надо? Надо, говорит. Не надо, нет, она уже отдала все соки, не ешь! Она отдала все соки уже своих в стакан. Не мучиться, да? Да, и все. Шейные продукты, которые не помещаются. Мы не хотим заформлять холодильник, наш холодильник все поместится. Да, вот даже этот тазик влезет. Ну, просто на балконе была дрыга. Свежо. Мне кажется, там, что нам, там же не минусовая температура. Когда на улице минус 17, там минус есть. О, боже мой! Спасибо! Какая прелесть! С днем рождения тебе! Супер-пупер! Очень красивый! Нравится? Да! Это мои любимые!